Что это? Что именно? На руке. Часы? Зачем Сильверу часы? Слепые тоже их носят. Они узнают время, касаясь стрелок. Расслабься, их проверили. Загрузил обе картинки. Что ты ищешь? Пока не знаю. Поставь парня налево, а Сильвера направо. Готово. Увеличь его часы. Сможешь? Часы? Да. Минутку. Объясни, какого... Во, стой! Изображение точно синхронно? Да, точно. Полностью? Полностью. Что ты ищешь? На них даже тайм-код одинаковый. Каковы шансы, что Сильвер и отправитель оба носят аналоговые часы и что они синхронны вплоть до секунды с миллиметрической точностью? Синхронны? Так не бывает. Всегда есть небольшое отличие. Секунда в секунду. Блин, это секретный код. Нужно лишь разделить циферблат на 10 секций. По одной на каждую цифру. Секундная стрелка доходит до соответствующей секции. И парень нажимает кнопку. Сильвер знает, где секундная стрелка, когда слышит сигнал, и нажимает нужную цифру. Результат появляется, когда есть дефекты в методологии, важная информация используется небрежно. Или неправильно устанавливается контроль. Они приняли что-то как данность. Вот дерьмо. Сильвер не слепой.